Здравствуйте, коллеги. Ну что ж, давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу. Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня видно и слышно. Ну, плюсик достаточно поставить в наш чат. И если все в порядке, то тогда мы начнем разговор об открытых ключах. Продолжим, вернее, разговор об инфраструктуре открытых ключей. Наш сегодняшний открытый урок продолжает эту тему. Видите ли вы демонстрацию экрана? Ну, я думаю, что да, ее видно. И о чем же нам экран не видно? Демонстрации не видно. Так. Давайте проверим эту историю. Одну секунду. А сейчас? Сейчас должно быть все хорошо. Да, отлично. Вот и экран мой тоже видно. Окей, хорошо. Ну, меня зовут Леонид Шапиро. Я сертифицированный тренер Microsoft с 2002 года. MVP Enterprise Security, Cloud and Data Center Management, MCSE, ESM, ну и так далее. Вот, и наш сегодняшний разговор будет продолжать тему кибербезопасности цифровой организации. Что мы с вами сегодня увидим? Что нас ждет на этом вебинаре? Ну, во-первых, мы немножко традиционно поговорим о компании Otus, которая предоставляет нам возможность проведение этого обучения. Общие сведения получим об этом. Те, кто был на предыдущей встрече, уже, наверное, с этим столкнулись, знаете что-то. Ну, в нескольких словах я об этом сегодня все же поговорю. Дальше мы перейдем уже непосредственно к нашей сегодняшней теме. Поговорим о принципах шифрования, о типах криптографических алгоритмов, вообще узнаем, зачем вся эта история нам нужна, почему это так важно. Поговорим о доверии, как о некотором образом об основе безопасности. Вот, поговорим о сертификатах открытого ключа. Ну, познакомимся, естественно, с программой нашего курса, узнаем, что нас будет ждать в рамках нескольких недель нашего обучения. Вот, ну и немножко о карьерной информации, почему этот курс важен, тоже я расскажу. Вот, собственно говоря, что у нас сегодня ждет. Значит, после занятия вы узнаете, поймете принципы шифрования, будете знать, как работают симметричные и асимметричные алгоритмы, концепцию доверия рассмотрим, ну и заглянем в сертификаты открытого ключа. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, я попрошу вас в чатике нашем представиться. Ну, собственно, имена я вижу, когда вы пишете. Расскажите о вашем опыте работы в информационных технологиях. Буквально несколько слов, там будет понятно, так сказать, насколько вам это целесообразно. Образно и интересно будет, и я смогу адаптироваться, что ли, в рамках нашего сегодняшнего вебинара с тем, чтобы, ну, не было скучно, так скажем. Ну и напишите, с какой целью вы записались на занятия, почему тема открытых ключей, PKI, Public Key Infrastructure вам интересна. Вот, собственно говоря, вот так вот. Я увижу это в нашем чате. И, кстати сказать, если у вас будут возникать вопросы по ходу моего рассказа, не стесняйтесь писать их в чат. Я, если не успею ответить сразу, то после каждого раздела буду делать небольшую паузу с тем, чтобы мы с вами смогли эти вопросы обсудить. Ну вот, пишет Максим, что хочу заниматься информационной безопасностью. Да, это, в общем, очень интересная тема, поэтому выбор, ну, так сказать, правильный. Вот, я тоже давно занимаюсь информационной безопасностью, я архитектор в сфере кибербезопасности и инфраструктуры, и если, опять же, вопросы будут по ходу дела возникать, будем обсуждать. Ну что ж, так... Несколько правил
нашего вебинара, который надо будет нам обсудить. Вот, ну, в принципе, в общем-то, все вполне понятно. Старайтесь участвовать активно, не стесняйтесь задавать вопросы, я в чате увижу, отвечу. Вот, теперь несколько слов о компании, с которой вы сейчас сотрудничаете, к которой вы пришли на вебинар, и она предоставила нам вот эту вот замечательную платформу, в которой мы можем наши занятия проводить. Сфера деятельности компании вполне понятна. Это обучение в сфере информационных технологий. И программы, которые Otus нам предоставляет, ну, вам, нам всем, да, предоставляет, они есть как для начального уровня, так и для продвинутого. Ну, и, в общем-то, это удобно. Вы можете любые курсы из имеющихся в базе выбирать, участвовать в них. Кроме того, что немаловажно, клиентами компании являются не только слушатели, но и работодатели. А это значит, что появляется стык такой для общения тех, кто учится, и тех, кто потом предлагает рабочие места. Это, в общем-то, здорово. И обучение есть в разных, на разных уровнях, как я уже говорил, от junior до лида. И здесь, опять же, применительно к нашему курсу по инфраструктуре открытых ключей, мы будем, он довольно большой, да, и мы будем идти от простого к сложному, то есть и общетеоретические вопросы посмотрим, и практику, естественно. И говоря об общетеоретических вопросах, вот часто этим манкируют, считают, это не так важно, давайте скорее там, нажимать кнопки, это не так. Здесь вот в кибербезопасности важно понимать теорию, так будет проще осваивать практику. Ну и еще один момент, у Otus есть образовательная лицензия, значит, обучение признается повышением квалификации официальным. Это тоже, в общем-то, часто оказывается важно для ваших текущих или будущих работодателей. Ну вот, собственно говоря, с этим все. Направления обучения совершенно разные. И здесь и программирование, и инфраструктурные курсы, и тестирование, аналитика и так далее. Но наша с вами самая главная задача – это кибербезопасность, информационная безопасность. Она тоже есть, да, и не только в рамках моего курса. Вот, но и масса других курсов существует. Вы на портале их найдете. Вот, так что то, что мне интересно, это инфраструктура и информационная безопасность. Ну вот PKI – это как бы все вместе, и инфраструктура, и информационная безопасность. Ну, тут еще надо сказать, что базироваться в нашем курсе мы будем исключительно на удостоверяющем центре Microsoft, и если вы Microsoft PKI Certification Services, и если вы программу курса уже посмотрели, то обратили наверняка на это внимание. Так, ну хорошо. Что касается общих таких маркетинговых материалов, ну вот вы можете увидеть, что обучилось уже почти 500 000 специалистов и курсов довольно много. Вот, хорошо, если вы уже учились в Otus, тогда я вас попрошу поставить единичку в чатик, если не учились, но что-то слышали, двоечку, если вы впервые с нами, то поставьте тройку, это для нашего, так сказать, понимания вашего опыта с нами будет полезно, соответственно, мы сможем как-то больше адаптироваться под ваши требования, опросы это часто оказывается важным, хотя не все любят на них отвечать, но здесь несложно. Так, ладно, и переходим к криптографии. Давайте уже заниматься нашей технической частью. Что мы с вами сегодня увидим? Я на самом деле, помимо того, что вот на этом занятии отражено, вот вы на слайде видите цели вебинара, да, то есть криптография, познакомимся, зачем она нужна, какие алгоритмы бывают, там поговорим о доверии, посмотрим внутрь сертификата открытого ключа, заглянем. Это все, конечно, здорово, но я хотел бы сделать небольшую отсылку на наш предыдущий вебинар, который был у нас, когда он у нас был пару недель назад, наверное. Мы говорили об угрозах безопасности, и те, кто на нем был, вы уже, так сказать, понимаете, и место криптографии во всей этой истории, и зачем все это нужно. Для тех, кто не был, я
буквально в двух словах повторю. Вот, поэтому один, на один слайд вернемся назад на наш предыдущий вебинар. Ну, так сказать, чтобы еще раз напугать, почему кибербезопасность это важно. Вот на слайде вы видите, как эволюционировали кибератаки за последние 30 лет, да, 30, даже больше, с 80-го года. И тут что интересно, что если раньше атаки были простые и дорогие, ну, собственно, их организовать было сложно, дорого, то сейчас атаки становятся все более и более изощренными, и при этом организовать их очень просто. И вот на предыдущем вебинаре мы с вами несколько атак посмотрели, три, да, по-моему. Ну, мы классификацию атак изучили, мы с вами сами атаки провели. Вот, так что кто был, тот наверняка помнит, что организовать это, в общем, в современных условиях достаточно легко, и инструментарий доступен всем на свете. И это, конечно, с точки зрения нас, как безопасников, это проблема, с которой нам с вами предстоит бороться. Конечно, возникает вполне резонный вопрос, криптография здесь при чем? Почему мы решили с вами именно на эту историю внимание обратить? Потому что криптография закрывает довольно большой, так сказать, избавляет нас, уменьшает риски довольно большого количества атак. И, конечно, она закрывает далеко не все, но многое. И вот тут, собственно, поэтому я подумал вместе с моими коллегами, которые, так сказать, тоже участвуют в разработке и проведении этого курса, что это будет интересно. Вот. Ну и что же, собственно говоря, делает криптография, почему нам это важно? Если мы с вами, обратите внимание на слайд, да, если мы с вами говорим о защите информации, то с чем мы чаще, даже не чаще сталкиваемся, а что есть защита информации, что мы здесь можем сделать? Ну, во-первых, мы можем физически защищать информацию, да, это вот то, что в левой части слайда у нас это защита носителя. Мы можем скрывать сам факт наличия информации. Это стеганография. Ну, здесь что любопытно, вот в самом факте сокрытия информации, как это делается. Ну, например, информацию можно передать в картинке, и изменив там какое-то количество пикселей, которые пользователь визуально не заметит. Можно что-то передать, какой-то зашифрованный текст. Ну, это, так сказать, современные методы. Раньше зашифровать, то есть не зашифровать, об этом мы еще не договорились, мы до этого не дошли, спрятать, вот обеспечить физическую защиту информации можно было, поместив, ну, я не знаю, какой-то свиток в контейнер, который сложно сломать, какой-то сейф, который не так просто открыть. Вот защита носителя. Сокрытие факта информации, ну, например, делалось следующим образом. Да, писался текст на маленьком свитке. На маленьком свитке он закатывался в восковый шарик, и гонец проглатывал это. Не бог весть, как удобно было потом это все извлекать и читать. Но сам факт передачи информации скрывался. Вот так это работало. Ну, а когда мы говорим о сокрытии смысла информации, вот тут нам приходят на помощь всякие технологии шифрования, разные они бывают. И это задача криптографии, так сказать, вопросами, связанные именно с этим, технологиями криптографическими, мы с вами и будем заниматься, а сегодня обсуждать. Так, ну, хорошо. Так, что-то у меня не хочет переключаться слайд почему-то. Секунду. Что-то с тремя мониторами это как-то не очень удобно. А, ну вот. Теперь поговорим о рисках цифрового взаимодействия, с чем мы с вами чаще всего сталкиваемся, нет, неправильно, не с чем мы чаще всего сталкиваемся, а
тут, как сказать, в какой части нам может помочь криптография? Итак, риски цифрового взаимодействия, где криптография нам оказывает помощь. Ну, во-первых, это перехват и получение доступа к информации. Если вы информацию передаете в незашифрованном виде, вот на прошлом вебинаре мы с вами видели, да, то есть я передавал учетные данные, там логин и пароль в незашифрованном виде, а злоумышленник их перехватывал с помощью Wireshark, да, то есть он снимал трафик, смотрел и видел передаваемые данные. А дальше это нарушение целостности информации. Что такое нарушение целостности? Это информация передается там, от отправителя к получателю, а какой-то злоумышленник перехватывает эту информацию, вносит в нее изменения и передает ее дальше получателю, искажает передаваемые данные. И, наконец, третий риск – это нарушение аутентичности, то есть нам подменяют того, кто передает нам информацию, то есть это подмена автора, то есть перед нами не тот человек или не та система, за которую он себя выдает. Вот некоторые риски цифрового взаимодействия, где криптография нам сможет помочь. Ну и отсюда возникает автоматически табличка наша с целями криптографии, что она обеспечивает нам конфиденциальность, целостность, аутентичность, неотрицание авторства. Криптографические алгоритмы обеспечивают нам с вами именно это. Какими средствами достигается? Ну, тоже вполне понятно. Конфиденциальность достигается шифрованием данных. Целостность. Здесь нам на помощь приходит электронная подпись. Электронная цифровая подпись. Ну, в общем, это синонимы, но сейчас, если брать там российское законодательство, используют термин электронная подпись. Вот во всяких ФЗ, которые этому делу посвящены, там будет уже написано ЭП, а не ЦП. Ну, сути не меняет, но, в общем, просто для того, чтобы это знать. Аутентичность. То есть, когда мы хотим удостовериться, кто перед нами. А здесь нам помогают алгоритмы хеширования, опять же, электронная подпись. Ну и неотрицание авторства. Кстати, что такое неотрицание авторства? Это я сделал какую-то гадость, и я не могу отказаться от того, что это сделал я. То есть все, это зафиксировано. Ну вот, собственно говоря, такая история, так, скажем так, с базовой терминологией. И теперь мы плавно переходим к вопросам конфиденциальности. Понятное дело, что в курсе мы подробнее посмотрим некоторые алгоритмы, поговорим, где используется, как работает симметричное шифрование. Ну, здесь, в нашем открытом уроке, мы поговорим просто о базовых принципах. Итак, как у нас будет работать симметричное шифрование? Давайте пример разберем. Значит, что, опять же, здесь важно понимать. В симметричных алгоритмах, собственно, они поэтому и называются симметричными, у нас один и тот же ключ используется как для зашифрования, так и для расшифрования данных. Один и тот же ключ. И если вы посмотрите на слайд, который у вас на экране, вы видите, я обозначил два желтых ключа. И, ну, по сути, это одно и то же, да, один и тот же ключ, чтобы открыть и закрыть замок. В отличие от асимметричных алгоритмов, где для этих целей используются разные ключи. То есть есть ключ для зашифрования и ключ для расшифрования. И, соответственно, вполне понятно, что у нас возникает сложность при симметричных алгоритмах с ключом «как быть», «как его передать». Ну, сейчас мы посмотрим в динамике, как работает симметричный алгоритм, и все вполне встанет на свои места, если вдруг, так сказать, эта история пока непонятна. Значит, может возникнуть вопрос вполне себе закономерный. Окей, если есть асимметричные алгоритмы, где разные ключи, соответственно, нет риска перехвата ключа, ну, то есть пусть перехватывают, да, это ничего не изменит, то почему же они не используются?
вместо алгоритмов симметричных. Почему симметричные алгоритмы по-прежнему работают? Здесь надо понимать, что симметричные алгоритмы работают быстро, а асимметричные медленно. В этом основная сложность. Ну вот, теперь мы с вами посмотрим, как работает симметричный алгоритм. Итак, у нас есть некий пользователь, который хочет передать данные другому пользователю. Ну, что он делает? Он берет ключ, шифрует этим ключом свою информацию и передает ее. Дальше возникает проблема, как ключ передать. И я вам, наверное, такой пример, которым, возможно, вы в детстве пользовались, расскажу. Такой пример из занимательной математики Перельмана. Когда использовалась такая решеточка 8 на 8, в ней вырезались какие-то квадратики. Эта решеточка клалась на тетрадный листочек, и записывались буковки сообщения. Потом решеточка поворачивалась, еще записывалось что-то, еще раз поворачивалось. Ну, в общем, вот таким вот образом писалось сообщение. Дальше, если оставались пустые поля, они заполнялись случайными символами. И если вы передавали записочку, сделанную вот таким вот образом, то прочесть ее мог только обладатель такой же решетки. Он клал ее определенным образом, вращал, и, да, что-то мне говорят о плохом сетевом соединении. Давайте я камеру отключу на всякий случай, может быть, нам будет полегче. Ну вот. Значит, ну и дальше... Дальше, если злоумышленник перехватывал решетку, то у нас неприятности возникали. Окей. Значит, давайте... С этим понятно. Риск у нас – это передача ключа. То есть ключ не должны перехватить. Теперь можем идти дальше и поговорить об асимметричных алгоритмах. Здесь история у нас, как вы понимаете, поприятнее. Значит, нет проблемы с передачей ключа. Есть ключ зашифрования, есть ключ расшифрования. Ну и давайте посмотрим, как это, вообще говоря, в теории могло бы работать. Простую аналогию возьмем из реальной жизни. Вот у нас есть получатель и отправитель. Нам надо переслать письмо. И мы не хотим, чтобы какой-то злоумышленник, вот, который где-то по дороге находится, чтобы он перехватил это письмо и прочитал. Можем ли мы быть уверены, что злоумышленника не окажется? Конечно, нет. Ну, то есть, вот сидит на почте некий плохой человек, который наше письмо открывает, читает, ну и отсюда возникают проблемы. Окей, как тут быть? Тогда я возьму свое письмо, положу его в ящик и закрою на ключ. Ну, то есть у нас как бы получается уже не письмо, а посылка. А дальше я передам этот ящик своему получателю. Но он не может прочитать это письмо, ну, вернее, открыть эту посылку, потому что у него нет моего ключа. Понятно это, да? Ключик-то у меня, я его не передавал. Как тут быть? Тогда наш получатель возьмет и повесит второй замок на эту посылку. Второй замок он повесил и отправил эту историю всю нам. Я тогда свой замок снимаю, вот я открываю, и отправляю это обратно. А у него уже есть свой ключ, зеленый ключик, и он может открыть, достать письмо и прочитать. То есть наш корреспондент получил доступ. Да, вот он получает доступ к нашему письму и отлично его читает. То есть, используя свой ключ, он открывает ящик, достает письмо, читает. Ну, как вы видите, такой способ передачи, он, конечно, существенно дольше, сложнее, но он, очевидно, более безопасен. Теперь посмотрим, как это в IT-системах происходит. Вся эта история с передачей данных. Здесь нам первый шаг, когда мы хотим что-то такое
передать, мы запрашиваем публичный, то есть общедоступный или открытый ключ получателя письма. Где он распространяется, как его получить. Здесь все просто, мы можем его получить из сертификата открытого ключа. Чуть позже поговорим, как сертификат устроен, что у него там внутри, но суть именно такая. То есть наш корреспондент тем или иным образом отправляет нам свой публичный ключ. Но мы на нем не шифруем. Шифруем наше письмо, потому что это большой объем данных, и шифровать его полностью на публичном ключе будет долго и дорого. Поэтому что мы делаем? Мы генерируем специальный сессионный ключ, он будет симметричный, да? Это важный момент, быстро шифруем на симметричном алгоритме, а сам ключ желтенький, вот наш симметричный ключ, мы зашифровываем на это самое, зашифровываем на публичном ключе, который нам прислали. Соответственно, мы зашифрованные на сессионном ключе данные, сам сессионный ключ зашифрованный на публичном ключе получателя. Вот, видите, он зеленым, да, стал замочек. Вот, мы всю эту конструкцию отправляем нашему получателю. Вот сейчас все это поедет. Зашифрованный сессионный ключ и данные, зашифрованные на сессионном ключе. Ну, такая история. Дальше. Наш получатель, у него же есть приватный ключ, свой собственный. Какой у нас там? Зеленого цвета будет. Или, нет, не зеленого, белого. Он расшифровывает сессионный ключ и, уже пользуясь этим ключом, расшифровывает документ. Вот такая схема, как это работает. Ну, здесь мы, в этом варианте, мы с вами обеспечиваем конфиденциальность передаваемых данных. То есть, даже если злоумышленник сидит где-то посередине и перехватывает сообщение, он его не может расшифровать, потому что не обладает приватным ключом. Приватный ключ у нас хранится у получателя, он его может хранить у себя в профиле, на токене, неважно где, главное, чтобы он его хранил безопасным образом, секьюрно. Вот, собственно говоря, как это работает. Но здесь мы обеспечили с вами конфиденциальность, но не обеспечили целостность. То есть то, что данные не были изменены в процессе передачи. А вот обеспечить целостность нам с вами помогает электронная подпись. Соответственно, можно использовать и то, и другое одновременно. И электронную подпись, и и конфиденциальность данных. Электронная подпись не дает вам конфиденциальности, то есть у вас ничего не шифруется. Ну, я имею в виду, не шифруется текст передаваемой информации. То есть шифрование, конечно, происходит, но не содержимого. И если вы там пользовались конфиденциальной перепиской, там, в Exchange или еще где-то, вы видели, что вы можете подписать свое письмо, можете зашифровать свое письмо, а можете сделать и то, и другое. Окей, как работает электронная подпись, давайте мы с вами сейчас посмотрим. Работает она следующим образом. У нас есть текстовый документ, ну, допустим, текстовый документ. Мы по нему вычисляем некую контрольную сумму, так называемый хэш. Есть алгоритмы специальные, которые преобразовывают наш документ вот таким вот образом. Итак, мы получили некую алфавитно-цифровую последовательность. Вот она у нас на экране. Дальше сам хэш мы зашифровываем на своем приватном ключе. Получили зашифрованные данные. И посылаем отправителю, то есть получателю, нашему корреспонденту, посылаем, собственно, текст нашего сообщения, посылаем зашифрованный хэш и посылаем наш сертификат открытого ключа, который и содержит наш публичный ключ. Публичный ключ распространяется совершенно свободно, он секьюрным, безопасным быть не должен. Это общедоступная информация. Вот сертификат с ключом мы прислали. И оттуда можно выцепить наш публичный ключ. Окей, все это поехало нашему получателю. Что он делает? Он берет наш сертификат, который мы отправили, извлекает из него публичный ключ,
Вот он, желтенький. Дальше расшифровывает хэш. Так, то есть хэш ему стал доступен. И после чего сам вычисляет хэш по такому же алгоритму из нашего сообщения. После чего сравнивает эти два значения. И если они совпадают, то считается, что все хорошо, наше сообщение целостное. Вот, и изменений по дороге не произошло. Если хотя бы в одном символе нашего сообщения происходит нарушение, что-то подменили, то хэш будет другой. Вы можете найти в интернете, так сказать, совершенно свободно распространяемые алгоритмы хэширования, то есть просто веб-портал, на который вы вбиваете ваш текст, хэшируете его, получаете значение. Ну вот, чтобы просто удостовериться, как это работает. Вот так работает электронная подпись. Ну, окей, возникает вопрос, если с шифрованием-то, в общем, вполне понятно, где это используется, а вот электронная подпись, какие документы, какой электронной подписью можно подписывать? Вообще говоря, различают ну, в российском законодательстве три типа электронных подписей. Это простая электронная подпись, неквалифицированная и квалифицированная. Значит, простая электронная подпись – это, в общем, когда вы заходите, я не знаю, там, на сайт банка, и вас просят смс-ку, которая прилетает вам на телефон, вбить в определенное поле. Вот пример простой электронной подписи. То есть здесь... так сказать, какими-то такими моментами, таких моментов не возникает. И, соответственно, и сфера применения простой электронной подписи законодательно она очень ограничена. Ну, вот переписка между работниками внутри организации. То есть ваш логин-пароль, вот это вот будет, если вы где-то там внутри организации аутентифицировались то с помощью пароля и обмениваетесь информацией, то вот это приемлемо. Неквалифицированная электронная подпись – это уже использование криптоалгоритмов. И здесь сфера ее применения, там всякие доверенности, официальные письма, договоры с контрагентами, переписка, опять же, внутри организации. Здесь имеется в виду, что управление этими электронными подписями, выдача их занимается какой-то внутренней структурой вашей организации, не аккредитованной. А вот когда речь идет об аккредитованных историях, то есть когда удостоверяющий центр, который выдает вам ваши сертификаты открытого ключа, является аккредитованным государством и так далее, там есть несколько организаций, которые за это отвечают, ваша подпись будет считаться квалифицированной электронной подписью. Хотя функционально, что неквалифицированная, что квалифицированная, это одно и то же. Почему я этот слайд сюда, так сказать, поместил в нашу презентацию? Ну, чтобы было более или менее понятно, когда возникает какой-то, вот, какую-то терминологию такую, ПЭП, НЭП, КЭП, вы встречаете, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, вот, собственно говоря, для решения вопросов, связанных с конфиденциальностью, целостностью, аутентичностью информации, используется асимметричный алгоритм. И именно этим нам с вами предстоит заниматься и организовывать эту инфраструктуру. Инфраструктуру открытого ключа, Public Key Infrastructure, базируясь на технологиях Microsoft внутри наших компаний. Ну, вот такая первая часть нашего сегодняшнего вебинара. И, соответственно, есть ли какие-то вопросы по этой части, коллеги? Мы сделали некое введение в криптографию. Вот, понимаем, как это устроено. Ну, наверняка вы, так сказать, уже что-то подобное слышали, с этим сталкивались. Ну, вот, может быть, сегодня там какие-то моменты чуть более подробно. Окей, вопросов нет, тогда идем дальше. И сразу возникает вопрос, а хорошо, от кого мы должны получить эти ключи, приватные, публичные, так сказать, кто нам это все раздает, и как это устроено, и почему мы должны с вами доверять
тем, кто это все раздает. И здесь у нас плавно возникает следующий раздел. Это концепция доверия, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Ну, поехали. Значит, некоторая история вопроса, связанная с концепцией доверия. Если мы с вами к истории обратимся, то увидим, что на самом-то деле роль доверия огромна. И, скажем, вот средневековые источники 13 века нам рассказывают о пайдзах, которые использовались в монгольском государстве в ранний период еще при жизни Чингисхана. У монголов знатные чиновники там носили на поясе такую золотую дощечку с изображением там тигровой головы, и на ней китайскими иероглифами, другой письменности у них, видимо, на тот момент не было, было написано что-то вроде там, указ, пожалованного небом императора Чингиза, должен вести дела по своему усмотрению. Там следующая по значимости была другая дощечка, то есть попроще она выглядела, там было написано, что указ, пожалованного небом императора... А, серебряная пластина там была, она... Нет, тоже золотая, кстати. Вру, тоже золотая, там было написано, что что-то такое. Тоже может вести дела спешные и так далее. Там третья была серебряная пластина. Ну, в общем, они сохранились. И, по сути дела, это символ делегирования власти. Вот. И если кто-то, кто не знал, что это такое и почему надает какие-то полномочия, с этим встречался, он мог как-то неправильно себя вести и очень быстро, так сказать, ему объясняли, почему он не прав. Вот, и поэтому, в общем, тем или иным образом очень, так сказать, все это было доведено, это было известно, и вот использовались такие символы власти. Короче говоря, им начали доверять, и если обладатель что-то важное сообщал, что-то говорил или что-то требовал, ему обычно не отказывали. Ну, другой, так сказать, другая история с этими символами, там, серебряная дощечка, это пайдза давалась сотнику, золотая там или с позолотой, или там серебряная с позолотой тысячнику, а золотая с львиной головой, она давалась предводителю, командиру тумена, это что-то там, 10 тысяч воинов. Ну, в общем, по сути своей мы с вами видим абсолютное доверие к некому знаку власти. Вот. А как это доверие, вообще говоря, завоевывалось? Ну, в ситуации с Чингисханом, как я уже говорил, это вот, в общем, силой оружия. Другой пример – это верительные грамоты послов, которые подписываются там главой государства, который этот посол представляет. И верительная грамота будет содержать личность посла, титул отправителя с указанием территории, принадлежащей отправителю. И если принимающая сторона доверяет правительству, выдавшему верительную грамоту, то, соответственно, доверяет и послу, и посол может начинать свою миссию. Ну вот, собственно, на слайде вы видите примеры и этой истории. Ну хорошо, с историческим экскурсом можно завершить. Как это в обычной жизни, вообще говоря, реализуется? Давайте несколько обычных для нашей повседневной жизни примеров рассмотрим. Ну, например, вы можете работать с личным кабинетом вашего банка, онлайн-платежи делать, еще что-то. И, разумеется, в этой ситуации вам надо доверять банку как таковому. Вопрос о приватном и публичном ключе, да, об этом я прочитал ваше сообщение. Сейчас мы этот слайд проговорим, я вам отвечу. Да, так вот, вы работаете с сайтом банка. Как вам доверять, что вы работаете именно с правильным банком, что это не фейковый сайт? Собственно, мы с вами вот на предыдущей встрече это как раз видели, как фейковый сайт делается. Вот. Или вы работаете там с какой-то платежной системой, другой там PayPal. Короче говоря, вы или работаете с онлайн-магазином, где вам надо что-то заплатить, или с системой бронирования билетов, ну и так далее. То есть вам нужен некий механизм, который позволит быть уверенным, что перед вами именно тот банк, например, за который он себя выдает.
Вот здесь как раз возникает вопрос доверия, что требуется от нас, чтобы мы могли доверять этой структуре. А требуется нам доверенная третья сторона, которой доверяют все участники взаимодействия. Доверенная третья сторона, она каким-то образом должна это наше доверие завоевать. Вот здесь это такой тонкий, хитрый момент, с которым нам придется сталкиваться. Собственно, вы и будете строить эту доверенную третью сторону. Ей будет являться наш удостоверяющий центр. И тем или иным образом мы доверие к этому удостоверяющему центру должны будем обеспечить. Из реальной жизни, вот где мы регулярно с вами сталкиваемся с доверенной третьей стороной, ну вот, например, где-то вам надо предъявить свой паспорт, чтобы взаимодействовать с какими-то государственными органами или негосударственными, ну, неважно. Паспорт в данном случае – это инструмент, это вот пайдза, да? Но где мы получаем этот паспорт? Мы получаем его в МВД, государство делегировало МВД право выдавать паспорта. Соответственно, мы должны доверять, участники взаимодействия должны доверять МВД, которое выдало этот паспорт. То есть кто-то смотрит, проверяет вас, да, смотрит паспорт, видит, кем выдан, ну, как бы может проверить, что этот паспорт действительно был выдан МВД. Если он доверяет МВД и доверяет государству, которое делегировало МВД право выдавать паспорта, ну, вот у нас цепочка выстроилась. Или там пример с нотариатом, да, вот вы приходите к нотариусу заверить какую-то доверенность, нотариус является для всех участников взаимодействия центром доверия, да, вот он доверенная третья сторона, а государство там в виде нотариальной палаты выдает нотариусу право заниматься тем, чем он занимается. Вы приходите куда-то в свой офис, на работу, вы показываете свой пропуск или там прикладываете его к считывателю, неважно. Значит, почему мы доверяем этому пропуску? Потому что есть руководство компании, которое делегировало полномочия службе безопасности. Служба безопасности, соответственно, бюро пропусков. И тот, кто проверяет ваш пропуск, может удостовериться, что он был выдан именно той организацией, которая входит, той службой, которая входит в список абсолютно доверяемой третьей стороны. И плавно перетекаем мы к нашим айтишным вопросам. Здесь как это реализовано? Сертификат открытого ключа. Это и есть наш инструмент. Он был выдан издающим удостоверяющим центром, которому доверяют участники взаимодействия. Издающий удостоверяющий центр, почему мы должны ему доверять? Потому что ему сертификат, ну, скажем, выдал, если у нас двухуровневая иерархия, ему выдал корневой удостоверяющий центр, который и является центром абсолютного доверия. Ну, а дальше как мы можем использовать наш сертификат открытого ключа? По-разному. Это и идентификация субъекта и определение операций, которые ему разрешены. Вот. И... Да, идентификация субъекта, определение операций, которые разрешены с использованием там закрытого ключа, соответствующего открытому ключа, открытому ключу. Вот. Способы достижения – это реализация политик доверия для удостоверяющих центров и, конечно же, согласие пользователей. Вот так это все устроено. Так устроено... Схема с доверенной третьей стороной. Вот примеры из реальной жизни. Теперь вопрос он был, да? Как связаны приватные и публичные ключи? Почему информация, зашифрованная приватным ключом, может быть расшифрована публичным? Что мешает злодею воспользоваться публичным для расшифровки перехваченной информации? И еще вопрос. Публичный и приватный ключ как-то связаны математически или логически? Можно ли, зная публичный ключ, вычислить приватный? Ну, давайте последовательно, тут сразу несколько вопросов. Значит, когда мы обращаемся к удостоверяющему центру
за получением сертификата, перед тем, как выполнить эту процедуру, по определенному алгоритму генерируется так называемая ключевая пара. Она содержит в себе приватный и публичный ключ. То есть тот, кто хочет получить подтверждение своего публичного ключа, он генерирует эту пару. Эта пара может генерироваться с помощью операционной системы или с помощью специального внешнего устройства. Сейчас не суть важно. Важно то, что приватный ключ остается в защищенном хранилище. Если у вас используется смарт-карта, токен, не знаю, ну что-то такое, то останется в памяти токена, и этот самый приватный ключ должен быть неизвлекаем. Вот. А если это просто непосредственно на компьютере, то в профиле пользователя сохраняется этот самый приватный ключ, и он никак не попадает больше никуда. Публичный ключ помещается в запрос сертификата, и там плюс еще некоторая информация, и вся эта конструкция плавно отправляется на удостоверяющий центр в запросе на получение сертификата. Удостоверяющий центр, получив этот запрос, смотрит в этот запрос и выдает или не выдает вам сертификат. В каком случае он может ему не выдать, если он не может проверить, что вы именно тот, за кого вы себя выдаете. Если мы говорим о корпоративных удостоверяющих центрах, ну, то есть работающих в рамках некой инфраструктуры, например, инфраструктура Active Directory, то эта проверка осуществляется посредством аутентификации пользователя, который за этим, с этим запросом обратился, и его авторизации на право получения сертификата определенного типа. Делается это с помощью службы каталога, ну, то есть, и так называемых шаблонов сертификатов. То есть проверяется, что пользователь именно тот, кто он есть, это аутентификация, и что обратившийся обладает правами на получение сертификата определенного типа, это авторизация. Значит, зная публичный ключ, вычислить приватный, это вот третий вопрос там был, и зная публичный ключ и алгоритм, как это было сделано, ну, в общем, можно, но на это понадобится там, тысячи лет. Вот, конечно, производительность компьютеров растет, но, в общем, пока еще мы можем чувствовать себя спокойно в этом отношении. Ну вот, собственно говоря, такая история. Надеюсь, на вопрос ответил. Да, так вот, продолжаем разговор о доверенной третьей стороне. Что это такое? В общем, это некий орган, которому доверяют все участники взаимодействия, то есть центр абсолютного доверия. Поэтому компрометация доверенной третьей стороны – это просто катастрофа, полный крах. В IT-инфраструктуре доверенная третья сторона – это удостоверяющий центр. Это вот то, что мы с вами будем внедрять, не отстраивать и так далее. И подтверждающий документ, то, что мы используем с вами, это сертификат открытого ключа. Сразу хочу предвосхитить один вопрос. Сертификат открытого ключа никогда не содержит приватный ключ. Это вот надо себе обязательно запомнить. Потому что если в сертификат открытого ключа вы поместите приватный ключ, это будет примерно то же самое, как передать кому-то договор, насовать в него еще пустых листов, приложить факсимиле директора и печать организации. Поэтому приватный ключ, он потому и называется приватный, что хранится очень конфиденциально и никому не показывается. Как это? Тайна – это когда ее знает один человек. Когда ее знает туча народу, это уже совсем не тайна. Итак, что же делает удостоверяющий центр? Он подтверждает аутентичность запрашивающего сертификат. То есть я обратился к удостоверяющему центру с запросом сертификата, сказал, дай мне сертификат, хочу его использовать. Ну, тут вот как раз удостоверяющий центр должен меня проверить. Как я уже говорил, если удостоверяющий центр корпоративный, Enterprise, CA, Enterprise Certification Authority, то у него есть возможность использовать службу каталога и, базируясь на информации в ней содержащейся, подтвердить или не подтвердить аутентичность мою.
Если это не корпоративный, а какой-то там стендалон удостоверяющий центр, то администратор глазками смотрит на запрос и, так сказать, придумывает себе какие-то иные способы подтверждения, что я правильный субъект, что со мной можно иметь дело. Вот, то есть никакой службы каталога за ним нет, значит, должны быть иные схемы. Дальше, вторая задача, которую он выполняет, просто того, чтобы подтвердил аутентичность, он выдает или не выдает сертификат. Вот, сертификат имеет срок жизни, и, соответственно, по истечении его сертификат становится недействительным. И сертификат может быть скомпрометирован, ну, вернее, пользователь, им пользующийся, может быть скомпрометированным определенным образом. Ну, например, он записал пин-код от своего токена у себя на столе, и кто-то это увидел и мог перехватить токен, воспользоваться. Ну, в общем, в этом случае сертификат надо отозвать. И удостоверяющий центр управляет отзывом сертификатов. Думаю, и, в общем, обеспечить конфиденциальность и целостность. Вот задачи удостоверяющего центра. Теперь, ну, собственно говоря, а как, почему мы должны доверять удостоверяющему центру? Технически, как мы ему доверяем? Здесь, в общем, все плюс-минус просто. Сертификат удостоверяющего центра должен храниться в определенном месте на нашем компьютере, в разделе там Trusted Root, например, доверенные корневые удостоверяющие центры. Как он туда попадает? Ну, либо мы его сами туда помещаем, либо он туда помещается посредством действия там специальной политики, ну, либо там с помощью определенной команды, не суть важно. Важно, чтобы он там оказался. Но как мы реализуем концепцию доверия, как, что делают со стороны удостоверяющего центра, чтобы мы могли ему доверять. Кстати говоря, вы доверяете многим удостоверяющим центрам, по сути своей, постоянно, когда обращаетесь там к сайту банка, к PayPal или еще какой-то системе. То есть, сейчас уже там процентов 90, наверное, если не больше, сайтов, они, так сказать, используют сертификат открытого ключа, и ваш браузер проверяет этот сертификат. Так вот, как реализуется концепция доверия? Ну, собственно, это анализ устранения уязвимостей, это фиксация возникающих событий, то есть, там кто-то это все проверяет, смотрит и так далее. Противодействие атакам, борьба с незаконным использованием данных, строгая аутентификация и авторизация. Вот таким вот образом реализуют концепцию доверия. То есть если вы, ну не знаю, там доверяете какому-то сертификату от Symantec, вы просто уверены, что со стороны Symantec это все делается. И у удостоверяющего центра есть определенная репутация. Соответственно, любые компрометации удостоверяющего центра – это крах и потеря репутации. Ну вот, вторую часть, такую общетеоретическую нашей истории мы с вами прошли. Есть ли какие-то вопросы, которые надо обсудить? Окей, все понятно. Ну, отлично. Хорошо, идем дальше, посмотрим это, так сказать, на слайдах в реальной жизни. Вы можете запустить свой браузер и зайти, скажем, вот я в качестве примера использовал Сбербанк. Ну, правда, с тех пор у него отозвали сертификат, и, так сказать, там есть определенные сложности. То есть у Сбербанка был сертификат, выданный внешним удостоверяющим центром. Он был, ему всемирно доверяли, сейчас этот сертификат отозвали, он может пользоваться только национальными сертификатами, ну, в свете известных событий. Но, строго говоря, как вы, как пользователь, можете проверить, что все хорошо там с сайтом банка? Да, вот если вы откроете браузер, там будет такой, можете сейчас это прямо сделать, там будет вот такой вот замочек, и там вы увидите, что там есть сертификат, вы увидите, что сертификат действительный. А как весь этот информационный обмен работает, почему мы не боимся взаимодействовать с сайтом банка? Ну вот я пользователь. Я обратился к сайту банка, я получил его сертификат. Я проверил цепочку сертификатов, да, мой браузер умеет это делать. Вот. Я извлек дальше из этого сертификата ключ. И свои данные, которые я хочу отправить там
свои учетные данные, чтобы получить доступ к личному кабинету. Я шифрую на публичном ключе, отправляю серверу банка. Что я проверил, проверив сертификат банка? Я проверил, что сайт банка – это правильный сайт, что это не фейковый сайт. Вот на предыдущей нашей встрече вы видели, как злоумышленник пытается нас обмануть в этой ситуации. Помните атаку на British Airways? Вот там был действительно сертификат, кстати, скорее. Ну, неважно. Значит, и поскольку банковский сервер, банковский веб-портал, будет правильнее сказать, признан для нас легитимным, мы отправляем ему данные, там наши какие-то данные, там наши карты, если я там платеж осуществляю, еще что-то. И можем чувствовать некоторую уверенность, что все хорошо. Если банк хочет проверить, что мы правильный клиент, он нам выдаст какое-то средство аутентификации. Ну, мы пользуемся логином, паролем, смс-ками, но можно выдать токен, ключевой носитель, то есть вот смарт-карты, USB-токен и так далее. Это будет дороже, но, в принципе, можно проверять и не только, чтобы пользователь проверял банк, но и чтобы банк проверял пользователя. Это тоже происходит. Если мы хотим сюда добавить асимметричные криптографии, ну, тогда смарт-карты, USB-токены и все такое прочее. Теперь возникает вопрос, как это все реализовать. Вот можем ли мы построить с вами такую инфраструктуру в рамках нашей организации? Нужно ли нам строить такую инфраструктуру? Конечно, ответ на эти вопросы – да. Мы это можем реализовать. Это не так непреодолимо сложно, как может показаться на первый взгляд. И именно этим мы с вами и будем заниматься в рамках нашего курса. Вот. Ну, вопросов тут, я думаю, особенно не будет. Здесь все плюс-минус понятно, то, что мы с вами рассмотрели. Давайте поговорим о том, как наше обучение будет проходить, на что надо обратить внимание. Значит, как вы уже поняли, обучение – это вебинары. Они проходят по вечерам, выходные дни. Ну, в смысле, не по вечерам выходные дни, а выходные могут быть выходные дни и вечерами. Там у вас будет расписание. Все материалы будут вам в доступе, даже по окончании обучения. Все видео будут записываться. Мы даем кое-какие домашние задания. У нас будет тестовый стенд, и у вас демонстрации мы будем проводить в рамках нашего тестового стенда. У нас будет довольно хитрая инфраструктура, много виртуальных машин, и вы это все должны будете развернуть у себя и попробовать, и поэкспериментировать со всем этим, потому что знания должны быть, то, что называется, на кончиках пальцев, то есть практически занятия необходимы. Вот, значит, курс может меняться. Вот, то есть программу курса не гвоздями прибили. То есть если у вас возникают какие-то вопросы, интересные моменты, которые вы хотите посмотреть, мы тоже достаточно гибко на это реагируем, можем что-то перестроить и показать. Далее, что в программе курса у нас с вами будет? Значит, несколько модулей больших у нас. И модуль первый – это защита информации. Ну, отчасти вы уже сегодня видели какие-то кусочки первого модуля. Вот, собственно, то, что мы с вами сегодня рассматривали, это, вот, и это, в общем, некая выжимка из первого модуля. То есть мы поговорим о защите информации, об истории криптографии, посмотрим разные криптоалгоритмы, такое введение в историю посмотрим, алгоритмы, принципы работы, и изучим немножко, не буду сильно мучить этой историей, алгоритмы, как они математически работают, концепция доверия, ну, вот сегодня обсуждали, и поговорим о терминологии, идентификация, аутентификация, авторизация, как это реализуется, вся история с помощью асимметричной криптографии. Дальше. Дальше модуль 2. Тут уже мы переходим непосредственно к практике, мы смотрим, что внутри сертификата, как работают сертификаты, знакомимся с алгоритмами шифрования, вот асимметричные алгоритмы RSA мы как раз и рассмотрим, и поговорим о проектировании архитектуры PKI. Кстати, в нашем следующем вебинаре я немножко расскажу именно о проектировании архитектуры, поэтому, собственно, мы три вебинара и делаем, чтобы такое представление о курсе сформировалось. Это
один из ключевых моментов нашего курса, именно как правильно ее спроектировать, потому что от того, какая архитектура будет, очень сильно зависит эффективность работы всей вашей системы в целом. Поговорим о политиках безопасности и способах их реализации. Третий модуль – это уже практика-практика. Здесь мы настраиваем удостоверяющие центры, а, соответственно, нам нужен файл начальной загрузки, смотрим его синтаксис, policy inf. Мы развернем с вами двухуровневую структуру, корень и издающий. Развернем центры распространения списков отзыва и сертификатов. Вот, поговорим о том, как работает протокол Online Certificate Status Protocol, зачем он нужен, как используется. И поговорим о сервисе Web Enrollment. Тоже интересная штука. То есть, вообще говоря, сам удостоверяющий центр Microsoft, он много сопутствующих сервисов может использовать, поднимает их. Ну, вы их выбираете или не выбираете. И вот зачем некоторые из этих сервисов нужны, мы с вами поговорим в третьем модуле. Вот. Дальше, ну, развернули мы удостоверяющий центр, надо же обеспечить как-то его отказоустойчивость, надежность функционирования и так далее. Значит, какие у нас есть для этого варианты? Здесь и иерархия удостоверяющих центров, и возможности кластеризации и дублирования. Поговорим об отказоустойчивости точек распространения, выясним, как работает NLB-кластер, что такое балансировщик нагрузки, как его использовать. Но это вот пока мы только спроектировали, развернули, теперь плавно переходим к управлению. Что у нас к этому относится, к вопросам администрирования? Это резервное копирование, восстановление, ролевая модель, настройка ролей. Дальше шаблоны сертификатов. Вот сегодня, да, я как раз упоминал немножко об этом, да, что пользователя надо проверить, аутентифицировать и авторизовать, то есть проверить, какой сертификат он может получить. Вот тут помогает нам шаблон сертификата. И вообще говоря, что внутри этого сертификата будет. Вот это шаблоны сертификатов, довольно большая тема. Ну и, наконец, практика применения, где вы это все будете использовать. И мы с вами поговорим о безопасности носителя информации, да, то есть это вот шифрование носителя, шифрование encrypted с помощью Encrypted File System Microsoft с помощью там, BitLocker. Посмотрим, как AFS внедряется в корпоративной среде. Далее у нас будет урок, посвященный безопасной передаче информации. То есть здесь вопрос от ТЛС, IPsec в корпоративной среде. Поговорим о безопасной электронной почте. Ну, как сделать, чтобы у нас была... можно было передавать письма в зашифрованном, а не в открытом виде, и чтобы никто по дороге не мог изменить содержимое этого письма. Ну и если уж мы упомянули об аутентификации, то как обеспечить двухфакторную аутентификацию на основе технологии асимметричной криптографии, то есть использовать USB-ключи, смарт-карты и так далее. Тоже покажу, как это настраивается, как управлять этой аутентификацией в корпоративной среде и какие средства управления жизненным циклом этих самых средств аутентификации, смарт-карт, токенов и так далее в природе существуют. Познакомимся там с некоторыми вариантами, выясним, зачем это нужно, вообще говоря, и посмотрим, как это работает. Вот, собственно говоря, что ждет нас в рамках этого курса. Ну и несколько слов о том, какие позиции в сфере кибербезопасности возникали. Вот мне наши маркетологи прислали обзор, говорят, что за февраль было 1914 вакансий в сфере кибербезопасности, вот в той части, которая связана с нами, с инфраструктурой открытых ключей, с PKI, вот, было 1914 вакансий. На кого наш курс нацелен? Значит, по сути своей, это целевая аудитория, это специалисты в области кибербезопасности, которые должны внедрять решения на основе асимметричной криптографии, основанной на технологиях Microsoft PKI. И может быть интересно, в принципе, IT-специалистам, которые интересуются вопросами применения цифровых сертификатов на практике,
в рамках своих организаций. Вот, собственно говоря, кому это подойдет, кому это будет интересно. Ну и там несколько примеров вакансий, компаний, которые предлагают эти вакансии у нас на слайде. Ну окей, давайте посмотрим, что мы с вами сегодня обсудили. Мы выяснили принцип шифрования, зачем все это нужно, поговорили о симметричных и асимметричных алгоритмах. Помните, да, в симметричном один ключ, в асимметричных два, но в асимметричных не надо обеспечивать безопасность ключа, она уже обеспечена. Поговорили о концепции доверия и выяснили, что нам нужен удостоверяющий центр, который и является центром абсолютного доверия. И именно управлением, развертыванием удостоверяющих центров мы и будем заниматься в рамках нашего курса. Посмотрели мы, как используются сертификаты открытого ключа. Внутрь сертификата мы пока с вами не заглянули. Это мы увидим на курсе. Все поля сертификата с вами разберем. Ну, что еще надо сказать? Значит, будет у нас еще один открытый урок, где мы поговорим о проектировании как раз инфраструктуры PKI. Он намечен на 20 марта, а обучение на программе намечено на 27. Вот, собственно говоря, то, что у нас запланировано. И сейчас я вам в чатик сброшу опрос по нашему сегодняшнему модулю, на который я попрошу вас ответить. Вот, спасибо вам за внимание. И если есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Пришлите, пожалуйста, ваши вопросы в чате. Может быть, что-то о курсе или вообще, в принципе, о технологиях PKI, кибербезопасности, что вас заинтересовало. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Кстати говоря, курс вообще, вот что наш курс, что любой другой, он только тогда полезен, когда вы задаете вопросы, то есть не упускаете возможности выяснить, не оставляете непонятого материала, иначе, так сказать, он пройдет бессмысленно. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, то не стесняйтесь их задавать. Ну, вот я прислал вам линк на опрос наш. Пожалуйста, заполните вопросы, ответы на вопросы и анкеты. И жду вас 20-го. Будем говорить о проектировании инфраструктуры открытых ключей в рамках нашего открытого урока. Ну, а 27-го, соответственно, уже на курсе. Там нас ждет, как вы видели, много интересного. И будет много реальной практики, демонстрации, внедрения. Вам придется тоже развернуть у себя стенд тестовый. Тоже покажем, как это делается, с помощью каких средств. Ну, каждый сможет выбрать то, что ему подойдет. Вот. И проделать все те же действия, которые будем делать мы на этом курсе в демонстрациях. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Ну окей, если вопросов нет, то на сегодня все. И спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.